Франс Мортельманс – один из крупнейших бельгийских художников, мастер натюрмортов и цветов. Обучался искусству в живописи 15 лет. Окончил Антверпенскую академию искусств. Участвовал в многочисленных выставках в Антверпене, Генте, Мехельне и других городах Бельгии. Преподавал в Академии Берхема. А с 1931 по 1935 год был ее директором. Руки мастера принадлежат 850 работ, некоторые из которых находятся в частных коллекциях Бельгии и за рубежом. Франса Мортельманса называли последним романтиком эпохи импрессионизма.